Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. Это у нас Poppy Playtime, только не какая-то жалкая пародия на него, а вроде как оригинальный, который сейчас есть в Play Market, но он, конечно же, платный. Поэтому я его не покупал, потому что зачем мне покупать игру, которую я и так все знаю, как она проходит, где там скримеры, где там все, а просто посмотреть, насколько они хорошо перенесли с ПК на Android. Посмотрим сейчас. Я пиратку скачал, короче, чтобы мы просто посмотрели. Так, настройки. Не вижу настроек. Пусть вот эти subtitles будут. Sensitivity, Brightness, Bloom. Ну все, тут в принципе нету настроек графики, поэтому играем. Погнали. Посмотрим, как выглядит. New game. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. Just надо было так все продумать. Come visit the factory. We can... О, это мне на заставочку будет очень хорошо, на превьюшечку. Найди цветы. Найди цветок или цветы. Хорошо, давай искать. Давайте же посмотрим, как выглядит оригинал. Какой он графики? Что вообще из себя представляет? Насколько тут все проработано? Давай, врубай нас. Ну, для андроида проработано достаточно хорошо, только вот, наверное, не очень хорошо оптимизировано. На ПК, конечно же, это будет выглядеть лучше всегда, потому что, ну, ПК себе позволяет... А чё ты присел? А, да? Он автоматом приседает. У меня только прыжок и ходьба. Ага, я понял. Слушайте, выглядит красиво. Выглядит очень хорошо. Welcome, welcome, welcome. Да-да. Что это за коробка? Так, пошли глянем на поезд. Так, все открывается автоматически. Чего? Что это за цвета? Желтый, красный, первый какой? Розовый, типа, чешу. Нет, ну согласитесь, неплохо сделано. Хаги. А, ну Хаги-Ваги еще нам тут попадется. Надо на него посмотреть, как он выглядит, когда он будет вылезать. Сколько у него зубов будет, мне интересно. Там какой-то вот розовый, типа, или серый даже. А ну. Не. Серьезно? А что там за цвета были? Я что, уже дальтоником стал или что? А ну покажи.
Может, и в сам пояс надо обозначить зеленый. Что это за цвет? Я не знаю. Какой-то серый. Но не розовый точно. А, типа розовый, да? Серьезно? Ну ладно. Ну, допустим. А кассетку где ставить? Мы же где-то кассетку подбирали. А, вон, зеленая. Сейчас, давай посмотрим, а то, что мы не поставили. Опа. Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent customer care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. Блин, мне нравится. Мне вот очень нравятся всякие порты с ПК-версии. Вот особенно вот таких страшных игр. Ну, таких более-менее страшных игр. Последний, я помню, годнейший порт был. Это Case Animatronics, мы тогда играли. Вот жалко, жалко, что больше вот такого ничего подобного не портируют. Ну, либо я не знаю об этих портах. Может, вы что-то знаете. Потому что о Поппи, том, что он перенесся на Android, я узнал как раз-таки из комментариев. И решил посмотреть. Так, ну это понятно, сейчас мы руку возьмем. Розеточки, да. Ну помните, мы в рекруме играли тогда на пародию, постарались сделать максимально похожие, даже было прикольно, только в конце мы, правда, провалились под карту, надеюсь, здесь такого не будет, то было похоже. Ну здесь прям, конечно, это, ну, порт с хорошей графикой для телефона, достаточно хорошей графикой. Где башка? Часы жопа. А башка тут. А, башка тут, а это жопа. Ну и жопа что-то торчит. What the time? Playtime! Открывай! Опа. Есть. Неплохо. Так. Давай, пролезай. Погнали. Хорош. Poppy Playtime will be right back. Здорово! Так, идешь на превьюшку. Сейчас. Ну, в принципе, что-то я с этим сделаю. Я даже сейчас... Прямо сейчас фотка. А там посмотрим. Опа, красавец. Просто красавец. Смотрите на него. Улыбается. Так, надо две руки уже. Хорошо. Нам сейчас туда надо будет пойти. А ты сука. Опа, мой ключик. Ха-ха, лох. Так, ну это все мы видели. А, он сейчас же там свалит, съебется, я понял. Ага, вот тут надо будет с лампами почеры. На меня котик смотрит. Смотри, котик пчелка смотрит. О, башка динозавра. Стул? Серьезно? Я могу тянуть стул? Прикольно. А динозавра могу? Могу. Значит, и бошку могу. А башка не двигается. Тихо, а чё ты... Чё ты вертишься? Ладно.
Ладно, давайте заниматься делом. Поппи хочет поиграть. Ну, Поппи и может идти в попу, чтобы поиграть. Опа. Ничего себе. В рекруме такой подсветки не было. Есть. Есть. Блин, звуки, конечно, немного криповые. Я тут еще ночью играю. Главное не заорать, потому что есть люди, которые уже спят. Хаги. Хаги съебался. Ладно, погнали. Ту-ту-ру-ту. Опа. А нам что ли сюда? Ой, я же вроде знаю, какие тут скримаки, а чё меня это? Playtime, will be right back. Окей, прогрузка карты прошел. Успешно, иди заняться, я это помню, я это помню. Так. Жопа начнется, когда я это. Нет, вот некоторые штуки не двигаются. Так, нам надо найти этот диск. Тут что-то показывают. Тут что-то показывают, надо посмотреть. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот диска не вижу, только вот и все. Может, где-то наверху. Немного темноватая игра. Опа. А я помню, он там откуда-то должен на меня смотреть отсюда. Или я уже этот момент пропустил. Кушай. Кушай здорово. Короче, здоровое питание, как у Брона. Брона, у которого башки уже нету там. Я понял. Так, давай вниз. Опа. Так, это... О, Брон, здорово, здоровое питание, да? Молодец. Капец ты криповый. Здорово, мелкий. Грустная пчелка, лапка тут. Так, давайте искать. Вон, вижу. И желтое вижу. Берешь? Я могу сразу взять все? Фу, что это такое? А, это просто от текстуры. Я уже подумал, что это что-то странное. Зная мою фантазию. Не, так-то удобно играется, очень даже. Так, надо смотреть, где-то тут за коробками. Может вся эта фигня быть. Двигаем все, разбрасываем нахрен. А, тут все лежит, ладно. Забирай. Есть. Где-то он там сверху должен смотреть был. Я его не вижу. Ладно. Хорош. Красавчик. Не знаю, не вижу я этого диска. Я его, правда, и не искал. Поэтому идем. Вон он. Придурок. Хули смотрит. Подглядывает. Опа. Так, нам надо вниз. Вот ты там подглядываешь, я сейчас вторую руку найду. Потом как найду. Член. Хана тебе. Так, забираем. Че, шо... Че ты прыгаешь? Есть. Теперь у меня две руки. Ой, блин, только они вот две справа. Это, конечно, круто. Ну, тут, в принципе, как-то можно это все сделать. Вот справа две руки, это не прикольно. В рекруме так удобнее реализовано. Прыгай. Погнали. Ой, блин, вот это сейчас какая-то фигня. Danger, do not enter. Ну, погнали. Опа.
Так, хорошо. Вот тут можно ходить. Вроде ж только одна была, да? Есть. Это изи. Это все изи, это все легко. На чем я еду? О, я бегу сам? Я ничего не делаю, ничего не нажимаю. Ой, ёлки. Только тут еще оно красным должно подсвечиваться. Ну да. Очень страшно, очень-очень страшно. Опля! Добрый день. Ой, эта штука на меня смотреть еще будет. А потом вылезет этот чудак. О, это будет весело. Так, хорошо, надо игрушку создать, короче. А как ее создавать, я не помню. Так, нужно электричество. Как его получать, я уже и забыл. О, я вспомнил, нам наверх. Нам наверх заниматься веселыми делами. Окей. Давай. Тут еще вот эта розовая штука, а вот диск. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Забрали. Так. А, так просто его не сделаешь, блин. А как тут его? Или стой. Или здесь вот так надо. Я точно не помню уже. А ну попадешь? Красавчик. Дальше меня не двигает. Понял. Значит, вот это вот так, как я делал в первый раз, было более правильно. Ну или как там можно будет самому подвинуть эту фигню. Назад не убирается, ладно. Я понял. Сейчас. Спокуха. Ага, фиг там. Вот разве что как-то если достать отсюда. Ах, фиг там, оно не достает. Как-то же оно должно было тянуться. Очень-очень интересно. А, все, я понял. Я понял, как это делается. Все, видишь, допер. Допер я. Блять. Ну. Как сопля.
Ай, бывает чё. Ладненько. Продолжаем. Продолжаем. Вот так. Вот так. Да давай попади уже. Все. Ёлки-палки. Ладно. Да что такое? Поранил коленки, чешу. Power on. Давай. Ебать. Здорово, красная коробка. Как твои дела? Вот как он на меня смотрит. Создаем. Если что, нам туда надо будет бежать. Начнется самое веселое. А, рычажки. Точно. Нормально, тигренка создаем, все хорошо. А, пчелку кота, я понял. Давай. Пчелка кот, это хорошо. Ну это вообще глаз нету, ну или вот эти две гайки. А, как смешно двигается. Что ты зыришь на меня? Что такое? На тебе 5 глаз. Чё ты там? Покрасил, типа? Смотри, как прикольно делает. А, ну я практически внутрь залезаю. Так, залезем к тебе в рот, глянем, что там у тебя. А, ну давай. Продемонстрируй нам класс. Красавчик, красавчик. Сделай друга, называется. Давай. Да ты что? Опа. Не, ну хорошо сделано, хорошо сделано. В принципе, все порты делаются хорошо. А этот тем более. Идем ставить, и сейчас будет самое веселое, давай. Загрузили. Ну чё, погнали? Давай. Зубами, смотри! Зубами! Пойдем. Ой, бляха. Тут еще вспоминай называется. Ёбаный рот. Давай. Жесть, жопа. Блин, он прям сзади бежит, страшно, капец. До сих пор. Опа. Ой, бля. Сука, крипово. Побежали. Тихо, давай. Я знаю, что ты откроешься. Жесть. Прям сзади бежит собака. Фух. Как же охрененно. Блин, вот жалко, что я поиграл в те пародии.
Если бы я дождался официального порта, я бы тут вообще жиденько так обосрался. Капец как. Кассетка. Куда-то там еще. А, пошли кассетку послушаем. Ой, фух. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments. Я не вижу нифига там, что показывают. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. So that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards. Я нифига не понимаю, пошли, короче. Those who are beneath us understand it or not. End of... Да, 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 очень интересно, мы все поняли. Как его там, Бруно? Бродо? Что такое? Здоровый образ жизни, да? Ну, бывает. Ня-на-на-на-на. Так, ну лампочки, ничего себе, красота, красотища. Ух ты, ёлки. Или ты на превьюшку пойдешь. Давай ты на превьюшку пойдешь. Сейчас. Не открывайся только. Вот как-то. Ну, короче, я что-то придумаю. Здорово. Доброе утро, блядь. О, смотри, там видно. Да. Yes, I am. Open it your case. Good morning to you. Офигенно. Итем. А, розовая кассета. Вот. Короче, офигенно. Офигенно, ребят, ссылку, откуда я качал, я оставлю в описании. Всем на этом спасибо. Всем пока. Порт, ну... Прям копия, как и должен быть, в принципе, ничего нового. Графика вполне себе сойдет. Страшно, как и в оригинале. Всем спасибо, ребят, на этом. Всем пока.